Альфа, мы видим русалку. Принято, Янки-1. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Мы приближаемся к станции. Черт! По нам работают зенитки! С палубы! Они нас знали! Группа Янки! Атаковать тяжело вправо! Принято, Альфа. Конец связи. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Маневр уклонения. Сбей эту вертушку. Так держать. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Янки-2. Огонь по вертушке. Так держать. Сбей эту вертушку. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Сбей эту вертушку. Янки-2. Огонь по вертушке. Так держать. Янки-2! Огонь по вертушке! Маневр уклонения!
Янки на позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Ты эту вертушку. Янки-2. Огонь по вертушке. На позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Сбей эту вертушку. Сейчас. Мы подбиты. Так держать. На позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Бей эту вертушку. Сейчас. Мы подбиты. Так держать. Еще немного и мы рухнем. Мэйсон, двигай к посадочной площадке. Вас понял. Доложить обстановку. Идем по второй палубе. Передатчика нет. Он должен быть тут. Я знаю. Продолжай бой. Грузовой контейнер держать. Где его нашли? Грузовой контейнер. И подождем. Yeah.
уж и прост. Станция вещания. Она под нами. Черт! Черт! Драгович начнет передачу. Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка — станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Сматывайся, Уивер. У нас тут дело. Хадсон, видишь эти буи? Похоже, они передают из-под воды. Вот почему мы не смогли найти передатчик. Эта штука под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича. После запуска проекта «Нова-6». Один. Одним меньше.
Дмитрича, пока эта штука не рухнула нам на голову!
бы стал лучшим моим агентом. Насколько все было бы проще. Драгович! Это просто. Я убью тебя. Ты пытался взломать мой мозг. Не вышло. Ты не знаешь. Ты пытался заставить меня предать своих. Ты пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался? Давай, Мейсон! Мейсон, сюда! Давай, Мейсон! Все разваливается на части! Мейсон! Ты сделал это, Мейсон! Ты сделал то, чего я не смог! Живи! Еще столько нужно сделать! Мейсон! Все кончено. Победа. Ну да. Zero, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17, 17. 0, 10, 2, 23, 1, 8, 11, 25, 22, 9, 4, 6.5 millimeter, 9, 23, 1, 12, 0, 12, 16, 11, 22, 6, 12, 8, 4, 1, 6, Texas. You is the nature of my game.
time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cades. Стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Я сказал, бесспорно пропустят будущее. Я не расслышал. Премьер-министр Кастро, ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили из вас сюда. Побуждений. Из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он? Что здесь делает? Он же проиграл! Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне, за всю многовековую историю человечества... Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. Бог ты мой! Господин президент, похоже, в Пентагон проникли враги. Зомби! Господа, мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар. Только так можно пресечь любые попытки агрессии. Господа, по коням! Да здравствует революция! Ваше последнее слово, господин президент. Да, Джек, какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат? Не просите у Бога легкой жизни. Просите, чтобы он сделал вас сильнее.